Всем доброго дня! Смотрите, какой же он красивый! Это у меня получилось, я нашла объявление, женщина написала: «Даю цветок». Я как только его увидела, я такая думаю: вау, какой же он красивый! Я ей написала, она мне сначала не отвечала, видно, там кто-то его уже забронировал, потому что там было много желающих. И потом через некоторое время я получила ответ, что позвоните по этому телефону. И вот, посмотрите, это для сравнения, вот, который мой декабрист, который я пересаживала и которому 7 лет. И посмотрите на эту красоту. Я просто в шоке сижу, просто, я не знаю, у меня такие эмоции, я даже не знаю, как сказать. Вы только посмотрите на этого красавца. Я его сейчас помыла под душем, потому что он был, ну, немножко такой пыльный. Не знаю, так с дороги его в душ. Ну, просто потому что я не знаю, какие у него... Ну, я не думаю, что он какими-то насекомыми, но я на всякий случай его отнесла под душ и хорошенько промыла его. И посмотрите, какой у него маленький горшок. Видно, его давно не пересаживали. И как он вообще еще там живет. Вот такой вот огроменный, посмотрите. По сравнению с этим, это просто малютка. И женщина сказала, что ему около 20 лет. Женщина просто уезжает и вынуждена отдать. Она прям плакала, я не знаю, даже думаю, я ей говорю, может, все-таки не будете отдавать, что вы так переживаете. Она говорит, что у нее нет выбора, что ей надо уехать. И как бы как-то так. И женщину жалко, и цветок, посмотрите. Шок маленький. Сейчас его пока поставлю здесь, потому что у меня место тоже, надо ему место еще искать какое-то. Потому что у меня еще здесь два гиганта стоят. Я просто не могу налюбоваться. А когда он цветет, вы представляете, когда он цветет? Это такая красота, боже мой. Я просто так счастлива. Я помню, говорила в одном из видео, у меня будет один подоконник весь, весь в декабристах. И вот посмотрите. Правда, я хотела такой оранжевые цветочки найти. Потому что у меня есть розовенькие, белые. Я еще нашла отростки, посадила бело-розовые. Вау, вот это красота. 20, почти 20 лет цветку. Вот такой вот он. Я сейчас ему дам адаптацию цветку и думаю, что буду его пересаживать чуть побольше горшок, потому что он привык жить в таком горшке столько лет. Я думаю, что если я его сразу так бахну, такой слишком большой, то, мне кажется, он ему не понравится. Я думаю, что надо постепенно увеличивать горшок. Не знаю, посоветуйте. Я просто с таким большим еще не сталкивалась, декабристом. Поэтому вот просто я так рада. Боже.